Зі святом Хама. Я вів батькам нашим у ті часи і являєш сьогодні. Упродовж всіх 8 днів Хануки ці свічки є святими. Нехай він іде від країни до країни. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. We have this holiday, the festival of Hanukkah, so we are actually now living through the same situation. We're talking about a nation that almost 10 months are fighting for what they believe is true, for their independence. And that's exactly what happened many years ago with the Jewish nation. And I am definitely positive that Ukraine will win, because this is a fight, a war between darkness and light. Все. Передайте еще. Сейчас. Он символизирует праздник света, мира, добра. Что именно для меня значит этот праздник, и как бы для всех евреев, это все в мире добро в любом случае победит зло, и будет свет, и будет все хорошо у всех. И наконец-то закончится война. Это именно то, что сегодня мы ощущаем, именно в этот год наши чувства этого праздника. Спасибо.